Болезнь легче предупредить, чем лечить, не устают повторять врачи. Сделать это призвана диспансеризация, но пойти в поликлинику зачастую просто не хватает времени. Поэтому в Люберецкой областной больнице приняли решение установить мобильные медицинские пункты в парках. Подробнее в сюжете. В Центральном парке Люберец в эти выходные расположился специальный мобильный комплекс. До недавнего времени здесь можно было только привиться от коронавируса. Сейчас его функции расширены. Диспансеризация – это регулярный медицинский осмотр, который проводится для того, чтобы у пациентов найти ранние хронические заболевания, для того, чтобы своевременно начать лечение. И это очень здорово, что у пациентов есть такая возможность не только пройти диспансеризацию в поликлиниках, но и в таких вот медмобилях. Основной этап проверки – осмотр терапевта, ЭКГ, измерение артериального и внутриглазного давления. Если прийти натощак, сделают общий клинический анализ крови и биохимический на сахар и холестерин. Ольга Папулина 2 года назад переболела коронавирусом в тяжелой форме. Теперь за своим здоровьем следит особенно тщательно. Очень хорошо, очень удобно. То, что на свежем воздухе люди могут погулять и зайти в этот пункт здоровья. И проверить свое здоровье. Вакцинация у меня уже пройдена. Просто проверили, мне сделали кардиограмму, проверили сатурацию, давление, внутриглазное давление. Также в мобильном комплексе можно было сдать экспресс-тест на гепатит С. Зачастую его течение проходит бессимптомно. Для этого анализа требуется слюна и несколько минут. Такое обследование врачи Люберецкой областной больницы на выезде проводят впервые. Потому что ведь не только он передается с медицинскими манипуляциями, но и плюс с немедицинскими манипуляциями. Это какие-то косметологические процедуры, татуировки, на пирсинге. Сейчас же очень многие привлекаются к такой деятельности. Пациентов, у которых выявлены отклонения от нормы, направляют на углубленное обследование уже к узким специалистам. А для того, чтобы пройти первичную диспансеризацию в парках, необходимо захватить с собой на прогулку паспорт и медицинский полис. Богдан Колесников, Ирина Иванова, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ.